Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы продолжаем троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам, и именно вам выходит эта серия. Да, ребята, поэтому прямо сейчас ставьте большущие пальцы вверх на вот эту серию, если хотите больше видосов с троллингом. Чем больше лайка наберем, тем больше серий будет выходить. Даже не даст. Ну вот, ребята, в принципе, я уже построил троллинг, и сейчас вам буду показывать, что тут Жека будет делать. И в первую очередь, я сейчас вам скажу большое спасибо за то, что вы ставите много лайков на вот эти серии с троллингом, за то, что вы так их любите. Поэтому, ребята, прямо сейчас поставьте еще раз лайк на вот эту серию, если хотите продолжение. Что Жека будет тут делать? Он зайдет вот сюда, в этот дворик, и тут, в принципе, ничего не будет, и у него будет только один выбор, как зайти сюда внутрь, потому что другими путями он никак не сможет пройти. Он зайдет сюда внутрь, и тут его ожидает вот такая небольшая комната испытаний, то есть он должен будет пробежать через вот это все вот туда до конца. Но как только он тут окажется, он не сможет пройти, потому что тут будут поршни, которые... ну, попросту не будут его пропускать дальше. Но, в принципе, есть способ пройти. Если он, конечно, рассчитает все, как я сейчас сделал, и сможет перепрыгнуть. Но тут будут еще одни поршни. Еще одни поршни, которые он просто так сможет перепрыгнуть. И все, надеюсь, что он сразу это все пройдет и не будет париться. Учитывая то, что его будет еще долбить огонь вот в этот весь путь. После того, как он зайдет вот сюда... дай мне пройти. Зайдет вот сюда, в эту комнату. Он пойдет вот сюда, в эту комнату. Я скажу, Жека, тут у тебя много всего настроено. И давай ищи отсюда выход. Кто его знает, где он может быть. Если он будет нажимать на вот эти плиты, которые тут где-то есть, то его будет тпхать вот туда высоко-высоко, и он будет падать в этот дроппер. Если, допустим, он подумает, что выход в лаве, то тут ничего не будет, он просто сгорит. И, в принципе, если честно, ребята, тут вообще... да дайте мне вылезти, вашу мать, где я вообще? Ребята, где я? В принципе, тут выхода вообще не будет. Тут будут вентиляторы, которые его будут толкать вот сюда, в эту ловушку с лавой. Тут у него будет Ибрагим. Там у него будет хачапурчик и многое другое. В принципе, выхода тут вообще не будет. Я скажу, Жека, выход с этой комнаты там же, где и вход в эту комнату, да? Ну, то есть, ему нужно будет вернуться сюда, и выход будет вот тут. Вот тут у него будет выход. И сразу после вот того, как он упадет вот сюда, он наступит на плиту, которая тпхнет его тоже туда высоко. Я скажу, Жека, ты перемещаешься назад времени, и он сюда сразу же упадет, вот в эту водичку. И после этого я скажу, Жека, ты переместился времени, ну давай заходи в следующую комнату. И тут будет вот эта сценка с предыдущей серии. Я скажу, Жека, ты переместился обратно времени, смотри, тут Степан, тут... ты, Жека, и вот у вас свадьба тут, ты переместился. Но знаешь что, Жека, давай мы на это не будем смотреть, потому что мы, в принципе, вот это уже видели, да? Зачем нам еще раз на это смотреть? Давай мы лучше пойдем, чуть-чуть переместимся вперед времени и посмотрим, что было дальше. После свадьбы. И мы с Жекой пойдем вот сюда. Жека зайдет сюда внутрь, и я ему покажу их брачную ночь со Стефанчиком. Жека, ну, в принципе, вот, ты переместился чуть-чуть вперед во времени, и вот ты видишь то, что с вами творилось. Первую брачную ночь. После этого я поставлю им агрессивный режим, они тупо начнут долбить Жеку, мол, еще один Жек, откуда он взялся? И, в принципе, на этом закончится троллинг. Надеюсь, то, что будет очень даже смешно, и надеюсь, то, что Жека, в принципе, очень даже много раз затроллится. А сейчас ждем, пока Жека там все достроит, и будем приступать. Ну что, Эдисон, ты готов? Конечно, готов. Давай, Жек, удиви меня в этот раз. Тебе в этой серии просто не поздоровится. Я тебя сейчас так удивлю, что ты просто офигеешь. Ой. Собственно, заходи... подожди. Ну ладно, это потом я тебе все скажу. Собственно, заходи на мой троллинг и... главное, слушайся меня. Главное, слушайся. Проходи. Это все, что ты построил сейчас, Жека? Да. Ты на самом деле это магический писюн, в нем есть портал, ты можешь в него зайти, и тогда ты окажешься на моих испытаниях, так что. Ну да, еще что придумаешь? 100% есть какой-то проход. Да, конечно, тут есть проход. Ну ладно. Сейчас бы в писюн заходить. Ну давай, телепортируемся вместе. Давай, на счет три. Давай. Раз, два, три. Ой-ой-ой, куда ты пашешь, Жека? Вот видишь, портал работает. Подожди, а почему ты Стивом стал?
А, я не знаю, это видимо последствия от портала. От портала? Последствия от портала. Ну ладно. Писюн, знаешь, портит людей. Ладно, согласен. В общем, Эдисон, проходи вот твои испытания. Я тебе хотел кое-что сказать, включи Гимон 2 и включи F1 на это испытание. Это нужно обязательно. F1? Ну, да, F1. Да, я включу. Да, и главное, Эдисон, слушайся меня. Смотри, в моих испытаниях, ты еще, кстати, PowerPoint можешь поставить, а то там можешь играть постоянно. Не в сраку, Жека, не в сраку. Поставь, короче, здесь PowerPoint. Смотри, Эдисон, в общем-то, ты спешишь на свадьбу. Она не факт, что твоя, в принципе, вот. Ты спешишь на свадьбу, и тебе нужно дорогой мадаме, которую ты еще не знаешь кто, приобрести платье, туфельки, ну, в общем, все, что нужно для свадьбы. Для этого тебе нужно пройти мои испытания. Вот. Ладно. У тебя почти получилось, Эдисон, у тебя почти получилось. Ну, какой ты невнимательный. Да вашу мать! Какой ты невнимательный. В смысле невнимательный? Эдисон, причем я это испытание, так сказать, сплагиатил тебя, потому что как-то раз его тоже использовал, я не знаю, почему ты не замечаешь ничего. Ну как бы я замечаю вот эту фигню на вот этом, да? Ага, ты все-таки заметил, да? Ну как бы заметил, только я тут перепрыгнуть не могу, понимаешь? Почему не можешь? Тут все возможно. Ага, конечно. Конечно, что-то пошло не так, да, Эдисон? Что-то ты не можешь найти. Все возможно. Не, да, я все тестировал, все возможно. То есть перепрыгнуть, да? Это перепрыгнуть, Жека. Да, да, один блок тебе не... Ты даже не прыгаешь! Я прыгаю, ты понимаешь? Мне даже не... Вот! Вот, вот! Вот, и куда ты прыгнул? Хорошо, я тебе помогу, стой! Вот видишь, ты все перепрыгнул, говоришь, нельзя перепрыгнуть. Ой, ну давай, Эдисон, ты справишься. Я спанпоинт тут поставлю. Ну, как хочешь. Тебе всего лишь найти, вот, дойти до этого сундука. Все очень просто. Да иди ты в сраку, а! Жека, я спавнюсь на спанпоинте, который просто в пропасти. Ты сейчас сам какой-то кривой спав... Так, я сейчас троллинг только начался, у меня уже такие эмоции получил. Сейчас. Спасибо тебе большое. Да твою мать! А! Иди ты в сраку со своим этим, понимаешь? Ой, ты пойди меня, Жека. Слушай, я заранее, наверное, там полегче сделаю дальше испытания, а то тебе вообще будет капец. Ой, мамочка. Эх, все, пошел в задницу. Ой, а что-то сундук-то не открывается, да? Да, мне тоже так кажется. Эх. Посмотри-ка, Эдисон, на потолок, я помню, там какие-то блоки, вот везде какие-то они обычные, а вот тут какое-то темненькое, да? Ну и? Вот тут. Ну. Мне кажется, сюда нужно прыгнуть, Эдисон. Да не нужно туда прыгнуть, я упаду 100%. Я просто вангую, ну ладно. Ну и? Ну ты упади под него. Ура, Эдисон допёр! Вы слышите, ребят, понимаете, я ему весь троллинг подсказываю. Все, пошел в задницу, коронка. Ой, да, что-то вылезет отсюда нельзя? Да, вылезти нельзя. Ладно, я умру, чтобы сократить путь. Давай, быстро. Боже, я не понимаю. Ну ладно, хорошо, давай, все, проходи. Так. Ты взял код? Нет. Я и так знаю, какой он. Вот такой. Так, что за свиньи? Собственно, Эдисон, мы тебя сейчас немножечко превратим в Золушку. Знаешь, Золушка все время работала на своих там пачериц, всех остальных, ну. Чтобы получить заветного принца, да? Ну. Собственно, тебе, чтобы отправиться к принцу на белом коне, нужно будет найти вот среди этих свинюшек свои туфельки, которые ты посеяла, Золушка. Да, вот. Ну ясно. Собственно, иди, нажимай на плиту и телепортируйся и проходи. Ой, вот. Какие туфельки? А где они будут? Они где-то под землей, наверное, не знаю, закопаны. Мне кажется, тут ничего нет уже. Эдисон, да есть. Что-то явно есть. Ой, что-то мешается. Я даже, да блин. Эдисон, король свинов. Эдисон, король свинов. Все, пошли в задницу. Пошли в задницу. Свиньи кончены, Жека, их ненавижу уже. Ой, ладно, Эдисон, не будем тебя мучить. Здесь, правда, ничего нету. Да, ну спасибо. Ты был прав, здесь ничего нету. Вот, и тут, знаешь, ты уже отчаялся, но к тебе прилетает фея. Вот тебе твои туфельки. Ой, спасибо, фея. Вот, а также, да, тебе карету. Ну ты смотри, карета в 2 часа в ночь превратится в что-то другое, поэтому я тут весь поспешил. Ой, я спешу, Жека, я спешу. Все, ехай, Эдисон, ехай. Ехаю. А ты корону взял в первом испытании? Да, взял.
Ты должен тоже одеть её, надевай. Да, ну ладно, одел. Ой! Здрасте. Ой, кажется, это твои завистливые подруги, которые тоже хотят пожениться. А ты, я не... ты должен их убить, наверное. А, как? Убей их, убей их, убей их! Руками? Давайте там меч, меч там. А, спасибо. Ты же у нас это, принцесса, давай, дерись, принцесса. Я тебя... Не, пускай она живет, она меня не атакует. Не-не, тебе нужно ее убить, тебе нужно ее убить. Да, ёха, он меня заставил. Опа, это что-то... Юбочка, да? Да-да-да, это Юбочка. Ой, люблю. Ну, спасибо, я... Слушай, Эдисон, ты прям такая принцесса, тебе хочу сказать. Я прям модница. Подожди, подожди, не так, не торопись. Заходи по моей команде, хорошо? Ну. Собственно, сейчас, секундочку, подожди. Подожди, ставь сейчас вагонеточку, ставь вагонеточку, ставь. Ну. Ну, может, одеться и ехать. Ой. Ой, добро пожаловать, Эдисон, на свою свадьбу. А вот и твой жених, собственно. Ой, так, я должен тебя поженить, да? Да-да-да, давай. Колечко у него уже есть, у тебя, к сожалению, нету. Ну и неважно, неважно. Вот твоя свидетельница Юля, вот мой свидетель Стефан. Точнее, не мой, а тут твой жених Стефан, а не свидетель. Да, мой жених Стефан, и, собственно, он твой свидетель. Объявляю, короче, вас мужем и женой, можете поцеловаться, можете ура! Можете поцеловаться с Ибрагимом, он тоже очень хочет с тобой поцеловаться. Я не хочу, Жека, нет. Он уже готов с тобой целоваться, он с тобой бежит. Ой, чё-то ему как-то слишком хочет целоваться, я не хочу, Жека. Он уже там прыгает от радости, ты давай, иди. Эдисон, иди к своему жениху. Жека, свадьба не состоялась, потому что у меня колечка нету, так что свадьба не состоялась. Ой, колечко у тебя нет, значит колечко у тебя нет. Да, у меня нет. Сейчас тебе будет колечко. Не будет, нет, не будет у меня, нет никакого колечка, свадьбы нету, потому что у меня колечко не было. Теперь, Эдисон, мы с тобой официально женаты, ты принцесса такая уже, дорогая, ты Ибрагиме. Вот. Я на Стефане, все хорошо. Да. Слушай, ты реально красивая из тебя принцесса вышла. Да. Ты только посмотри на себя. Ой, ну да, есть так. Будем дружить с семьями, хорошо, Шек? Хорошо, хорошо. Все, я, в принципе, готов прийти к своему троллингу. Ну ладно. Ладно, давай, пошли. Все, в принципе, ты прошел мое испытание, теперь готов пройти твое. Ой, Жека, с этими писюнами, с этими Ибрагимами, ну ладно, пошли, давай. Давай. А где же твоя юбочка? Где ты её? Да нет, все, я ее выкинул, Давай, Жека, заходи. У тебя Гимон 2? У меня Гимон 2, да. Вау. А где Стефан? Ой, где мой муженек? Где Стефан? Пока нет, успокойся. Давай, Жека, заходи, тебе нужно испытание проходить, давай. Ладно. Или может что-то поискать, я не знаю. Или нет. Да не, уже поздно. Уже поздно. Так, я уверен, что здесь какая-то фигня есть скрытая, ладно. Ага. Беги, Жека, давай. Ну что, я могу бежать, да? Ну да, давай, прыгай. Только аккуратно, Жека, аккуратно прыгай. Вроде пока все просто. Ой, ой. Кто-то не может пройти, да? В смысле? Я не понял, это вообще реально? Кто-то горит и не можешь пройти. Давай, Жек, давай. Так Эдисон, что это нереальное испытание. Ну ты просто побегай, да, что-то на одном месте стоишь. Да давай. Нет, в смысле, оно не прыгается просто. А чё не прыгается? Тут я, в смысле, я иду, меня сразу блокируют. Ну, так ты попробуй перепрыгнуть, может пролезть как-то, я не знаю. Каким образом? О, вот, горишь нереально. Давай, Жека. Я прошел. Нереально, да? Давай. Так, сейчас, Жека, у тебя будет комната, давай сюда. Заходи в комнату. Тебе нужно найти выход с этой комнаты. Да ё-моё, это такой огонь. Давай. О, Эдисон, кажется, тоже писюны полюбил, да? Да, нет, это все для тебя, Жека, все для тебя. Третий троллинг подряд, троллинг Эдисон писюны. Кто там еще не даст извращу? Это подарочек для Жеки. Давай, Жека. В смысле не хочешь? Ой, в смысле, тихо, не толкай. А, куда? Привет, Жека, привет. Давай. Только я не говорю, что заново нужно проходить. Конечно, заново. А, ну ладно, давай. Так, ну, что эта кнопочка делает? Вот ничего. Так, это поджигается. Это писюн. А куда мне нужно идти? Найти выход с этой комнаты. Хорошо, допустим, я нашел. Боже ж ты, бой, какыш! Жека, это был хачапурчик, ты что, не заметил? И Ибрагим тоже. Ты своего мужа-то убери, вот. Жека, ты его убил. Тут твой муж сгорает, а ты... Почему мой муж? Он не мой муж, у меня нету колечка. У тебя есть колечко, а ну кыш. Жека, может что-то внизу будет, а ну посмотри, может там выход. Внизу? Ты тупой хачапурчик. Да ты, блядь, какой...
Ну чё, Жека, давай. Ой-ой-ой! Может, лайф будет выход? Я знаю, да. Нет. Нет. Нет! Нет! Гачапу, Ибрагим с тобой умер! В смысле, а чё, куда мне идти? Ну нужно найти выход с этой комнаты. Ай-ай-ой-ой-ой-ой! Ибрагим, все меня толкают. Может, наверху? Да, может быть. Нет. А может внизу, Жека? Проверь ещё раз внизу. Не, может тут? Да, может тут тоже ничего нет. Да твою мать, пол хп! Так, ладно. Ой, в смысле? Это что сейчас было? Я не понял, что я наступил. Ааа, опять! Ай! Молодец. Да хачапурчик, отстань! Ай, опять наступил! Помогите! Куда идти? Помогите, не понимал. Ай, все, спрячься там и все, Жек. Ай! О, может в этом? Я знаю! Ты вот тут! Да твою! Хачапурчика, мать! Ладно, Жек, мне кажется, хватит тебя мучить, да? Ничего там нет. Жека, выход находится там же, где и вход. Выход с этой комнаты. В смысле, не понял? Ну вот тут проход, и Жека, тут проход секретный. Вот, сюда. Помогите, хачапурчик! Вот там проход секретный, Жека. Вот туда. Так, все. Жека! Ты телепортнулся во времени, это был какой-то портал сквозь время. Смотри, Жека. А что, почему тут Эдисон? Написано Жека, а скин Эдисона. У тебя что-то лагает, у меня Жека стоит. Ну да, это Эдисон. Ну ребят, короче. Вот мои подписчики докажут, что это все, это Эдисон. А, мои подписчики. Это просто у тебя лагает, Жека, и все. Там хачапурчик тебе. Ну ладно, Жека. Вот эта сценка с прошлой серии, да? Ты помнишь свою замечательную свадьбу, когда вы тут женились? Ты только что переметился во времени, понимаешь, и попал в прошлое. А, то есть я могу все исправить, да? Нет, к сожалению, уже ничего не исправить. А что, мне теперь нужно себя женить, не, да? Не, но зато, Жека, я могу тебе показать, что было после свадьбы. Мы перемотаем время чуть-чуть вперед и пойдем посмотрим. Куда? Нет, такого ничего там не было. Да, я уже представляю, заходи. Такое. Это твоя, Жека, первая брачная ночь. Мы перемотали много времени вперед, понимаешь, Жека? И все сейчас просто удивились, почему еще один Джек, откуда он вылез, а? Это Эдисон! Смотрите, это Эдисон! Эдисон, что ты чем там занимаешься со Стефаном? Это ты... Эдисон изменяет Ибрагиму со Стефаном, все ясно! Да, только все знают, что ты врешь, потому что у меня скин Джеки. Поэтому... А у меня-то скин Эдисона, так что... Ну, вы тут развлекайтесь, голубки, с прошлым Жека и Стефаном, и Жека из будущего. Не, можно я обратно пойду, хватит. Так что давайте, развлекайтесь. Я уже страдался. Ой, а я пойду серию заканчивать, Жека. Там... Надо я следующую серию покажу, там было у тебя после. Не-не-не-не-не, да, давай ты не будешь у меня. У тебя там похлеще было, ты меня просил это не выкладывать, но я это выложил. Жека, давай ты не будешь у меня ничего плагиатить, вот была свадьба, сейчас тебя... Чё плагиатить, вы знаете, я сейчас просто остановил запись после свадьбы, он там такое с Ибрагимом делал. Ой-ой-ой. Ибрагим там такое с Эдисоном делал. Да, да. Такое же, как и ты со Стефаном, да, делал, ну ладно. Не, это там фигня. А, да. Эдисон со Степаном и с Ибрагимом, вообще Эдисон вырос. Ладно. Жека, на этом, наверное, мы будем уже серию заканчивать. Поэтому, ребята, ставьте большущий палец вверх на вот эту серию с троллингом, если хотите больше видосов, где мы будем троллить друг друга. А также, ребята, не забывайте оставлять ваши комментарии. Мы читаем абсолютно все комментарии и к ним прислушиваемся, так что дерзайте. Да, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.